наши мишки активны. Ато ж топтышки, мишки. Доброе утро. Бизоны с нами уже поздоровались. От мощи где? А, та-та-та. Что значит все-таки цирковые мишки? И на лапы встанут, и на бревне покрутятся. Молодые, активные, дури много, да? Девать некуда. Друг за дружкой и гоняются. Корм добывать не надо, рыбу ловить не надо, корешки всякие добывать не надо. Чем заняться? Полез на пилон. Да-да-да. И через голову перевернулся. Здорово. Выгибается. Вот так. Умница. Дима. Молодцы. Все, медведи вам тоже показали, скажи, свое доброе утро. Эти клыки какие. При всей няшности. Очень острые клыки. И теперь, когда вам захочется протянуть руку, вы помните, 4 клыка, 80 атмосфер, сила. И ложим вот в такие трубы. Ищу. Она катится, и мишки знают, где ее нужно брать. Если в других зоопарках нет труб, то и не кормим. Доброе утро от наших эгоистичных медведей. Глянем, кто у нас еще проснулся. Мы редко подходим. Европейская лань у нас. Облизывается. Погодка, конечно, сегодня та еще. Ой, а тут парочка, бромысарочка, да? Так редко сейчас можно увидеть, чтобы вот так была мирная семейная сцена. Детей тоже потихонечку забирают. Нужно уже отдавать. А, это у вас типа спальня? О, не дали. Типа в спальню. Это как у детей. Маме с папой утром хочется. Ой, какая нежность. Поваляться. Все, папу уже выгнали. Я не поняла. А тут любовь. Мам. Ой, какая мама, мама. Да, да. Заберут. Заберут, отсадят малышей. Они уже большие. Ой, ну какая нежность. Какая милота. Она уже ложится на живот, не хочет кормить. Видите, так нервничает. То есть все хорошо в меру. Скажи, я вас покормила? Хватит, теперь ешьте мясо. Все тигрицы. Мяу. Злится, скажи, мы так хорошо лежали с папой. Скажи, чего вы? Сидели бы в детской. Чего пришли? Все тигрицы так. Вот до определенного момента они кормят, все нормально. Потом, когда дети начинают подходить, я так думаю, что зубки уже острые,
начинают где-то покусывать. Мама понимает, что время им пришло, а дети не хотят лишаться крышечки молочка. Подтвердите, скажите. Смотрите, уши назад. Драконят дети. Папа вон там все сзади метит. Тут еще съемка идет, да? Даже сейчас явка. Сейчас, скажи, кому-нибудь перепадет. Моя ты разговорчивая красотуля. Как ты своим вот этим разговором все понимают. Дети отстали, а она к папе. Думаю, так, дети и детьми до такого красавца могут и увести. Мало ли, знаю я их, этих конкуренток. С Любовью Стайганову такую мы увидели сцену нежности. Нет, папа к детям не подойдет, папа уже настроен на любовь. Привет, привет, мой красавец. О. Все как у людей. Папы утро. Кажи, настроен на любовь, а тут дети проснулись. Ну и дети ложатся. К папе в глазки заглядывают. Кажи, Хасан очень красивый тигр. И прекрасный отец, как оказалось. Фердинанд, как ты со своей подругой? Да? Так себе, скажи. Так себе. Играть, скажи, бегать со мной не хочет. Ничего. Вырастите, скоро будете красавцами белоснежными. Еще одна будете замечательной, величайшей белоснежной пары. Сегодня мы с вами увидели такие величайшие кадры, как белая тигрица объясняла и детям, и папе интонации, голосом, да. Скажи, что ей хочется отдохнуть. Ушла в дальний угол, всех бросила и отдыхает. Дети легли и все понимают. Скорее всего, на этой неделе их уже тоже и этих двух отсадят. Пойдем глянем еще, что, кто у нас как утро провел с Любовью Стайгановой.